Привет, я Лила Каразина. Сегодня я расскажу вам о том, как в любой ситуации суметь вернуться в себя, вспомнить себя. Наверное, вам знакома ситуация, когда вы как будто бы не чувствуете себя, как будто бы вы не вы. Не знаю, осознаете ли, но я думаю, многие из вас поймут, о чем я. И вот сейчас я предлагаю приступить к практике. И начнем с того, что просто будем дышать. Закройте глаза и просто подышите немного. Просто наблюдая свое дыхание. И все. Не надо никаких поправок, просто послушайте его. Переведите внутренний взор, свой взгляд внутрь. И подышите. Расслабьте губы, челюсть и выдыхайте через открытый рот. Теперь внутренним взором посмотрите на себя как бы изнутри. Как будто бы маленькую камеру погрузили внутрь вашего тела, и теперь вы ощущаете, видите себя изнутри. Где, что в теле, какие ощущения в пяточках, в животе, в спине, в руках, в плечах, в лице, в шее. Посмотрите на это изнутри. Продолжайте дышать, выдыхая через приоткрытые губы. Просто посмотрите, послушайте себя изнутри. Можете обратиться к себе по имени и сказать: «Все хорошо». Знаете, как к маленькому ребеночку обращаются, которого очень любят, любым, просто за то, что он есть. Обратитесь к себе по имени, скажите: «Все хорошо, какая ты молодец, я люблю тебя». Нежно-нежно, вы знаете этот голос. Теперь опустите свое дыхание еще немножечко ниже, до живота, и подышите в живот. Легко, без чрезмерного усилия, просто позволив дыханию проникать до самого низа, до живота, до таза. Положите руки на животик, нежно-нежно. И выдыхаете с отпусканием, с голосом, позволяя голосом, вашему родному голосу, просто озвучивать выдох. Ну вот и все. Это небольшая экспресс. Практика. Я надеюсь, у вас получилось. И, в принципе, она работает даже в самой, казалось бы, напряженной, необычной, непонятной для вас ситуации. Стоит только уединиться ненадолго куда-нибудь и подарить себе 5 минут. Хорошего дня. Благодарю.